Приветствую вас на канале Red Cat. Сегодня я поиграю в крутую игру под названием Kitty, потому что там вышел новый прикольный режим под названием Вечеринка. И сейчас я отправляюсь на эту вечеринку. Посмотрим, что там будет. Но вы можете пока отправиться на страничку Red Cat YouTube в Инстаграме и подписаться на нее. Итак, ребята, нас ждет мини-игра. Она мне напоминает адскую башню, которую я, кстати, так и не смог пройти ни разу. Я решил, что лучше у меня будет целая клавиатура, чем я ее раздолбаю, пока запрыгну на самую вершину. Окей, смотрите, мы уже появились. У меня, смотрите, уже прикольный скин, потому что я уже немножко поиграл в эту игру, прокачался. И теперь я так понимаю, что нужно просто подняться на самую вершину. Ну, либо это будет не совсем просто. Давайте попробуем это сделать. Так. Я так подозреваю, что у меня с первого раза, конечно же, это не выйдет, потому что я, ну, не сильно, мягко говоря, люблю паркуры и обе. Да, какие-то простенькие я прохожу, но обычно я много фейлю и, соответственно, пройти их не могу. Так, ну что, пока все, в принципе, выглядит довольно-таки просто. Даже для меня этот паркурчик особо сейчас не представляет какой-то угрозы. Так, я даже, если вы заметили, немножко срезал маршрут свой и перепрыгнул в другом месте. Так, я уже поднимаюсь наверх, у меня еще целых 9 минут, так что, в принципе, времени более чем достаточно. По-моему, я сейчас даже иду самый первый. Но еще впереди много квадратиков, много уровней, поэтому не стоит расслабляться. Да, пробегаем. Арси уже подключился. Он решил меня обогнать. Ну, я его пропущу, пускай падает первый. Так, перепрыгиваем. Аккуратненько. 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 Замечательно. Супер. Здорово. Классно. Я уже на вершине. Я молодец. Так. Прыг. 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 Ага. Смотрите, у нас тут есть два варианта. Пойти более, скажем так, сложным, но коротким путем. Либо же... Ой, Арси упал. Либо более длинным, но менее сложным. Я, конечно же, выбираю более длинный. Тем более, что у меня еще 8 минут. Я думаю, это довольно-таки много. Так, ну что, ребят, смотрите, я уже скоро пройду полпути. По крайней мере, по карте, которая справа находится. Аккуратненько. На удивление, пока все хорошо идет. Я уверенно поднимаюсь наверх. Я не спешу специально для того, чтобы нигде не зафейлить. Так, есть. Йоу! Батут! Уху! Клевенько! Уа-хо-хоу! Люблю я прыгать! Так, я запрыгнул. Так, что у нас здесь? У нас здесь есть очень коротенькая такая вот досточка. Попробовать или не стоит? Или не рисковать? Пробую сейчас на нее запрыгнуть. Нет! Нет, нет, нет! Что-то я так и подозревал, что этим все закончится. Нет, теперь все заново. Как я не люблю обе за то, что постоянно мне приходится проходить все заново. Ну, вроде я не сильно далеко ушел, так что смогу, я думаю, вернуться. А, нет, 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 я упал в самый низ, ребята, это провал, это полный провал. Теперь мне придется начинать весь маршрут заново. У меня еще, в принципе, довольно-таки много времени, 7 минут, поэтому я постараюсь пройти со второго раза. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Спасибо всем, кто подписался на мой канал, также поставил лайк под этим видосиком, я вам очень и очень благодарен. И спасибо за то, что мы с вами уже набрали, может почти, может уже, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео, 700 тысяч котят на моем канале. Это безумно приятно, и мне очень и очень радостно от того, что канал, скажем так, набирает какую-то популярность, и все больше и больше людей о нем узнают, и что самое приятное, подписывается на канал и смотрит. Даже для меня не столь важно ваши подписки, как просмотры. Если на канале миллион подписчиков, но смотрят всего лишь 2000 из них, то смысл от таких подписок. Ну а если 700 тысяч и смотрят 700 тысяч, то это, конечно, мега круто. К сожалению, у меня такого не бывает. Ну что, ребята, 5.50, 5.49, время идет, и я опять вернулся на тот же эпизод, где я зафейлил недавно. Я решил попробовать теперь сложный путь. Может, он и не такой сложный, как кажется, потому что, в принципе, эти палки довольно-таки длинные.
и не вижу пока проблем, чтобы под ним подняться. Вау, прикольно, слушайте, можно этим ходить путем. Так, ну что, дубль 2. Фух, попробовать. Или не стоит? Хоп. Ну, только не падай. Е. Фух, получилось. Ну что, ребят, со второй попытки у меня получилось зайти в эту дверку, и сейчас я поднимаюсь. Тут можно вообще на изи подниматься, потому что вы никуда не упадете. Это просто очень радует. Так, ну что, я вышел. И теперь продолжаю свой нелегкий путь наверх. У меня ровно 5 минут, ровно половину я уже пути прошел, по идее, может даже больше. Так что главное сейчас не зафейлить и аккуратненько дойти до самого конца. Так, смотрите, какая высотища, просто огромезная. Ну что, я продолжаю свой путь, смотрю, что Саша Бро уже, по-моему, прошел, еще там кто-то прошел. Я тоже хочу пройти. Так, тут что такое? Эть! Не понял. В смысле? А, сюда не надо было заходить? Ё-моё. Фух. Получается, я пошел не той дорогой. Это, так сказать, наоборот. Если я зафейлю, то так я смогу вернуться. А мне нужно было вот сюда идти. Видите, ребят, лучше сначала смотреть маршрут, потом прыгать. Так, здесь тоже, видите, как бы все окей. Если я даже упаду, я смогу потом быстренько сюда же вернуться. Ой-ой. Так, пока хорошо. О-оу, а как туда попасть? Фух, получилось. Так, 3 минуты. 3 минуты 38. Совсем немножко времени. Я уже начинаю нервничать и падаю в самый низ. Все, ребята, это фейл. Теперь за 3 минуты я точно не поднимусь. Короче, ребята, все. Я никуда не пойду. Буду лежать здесь. Буду ждать следующий раунд. На канал мой подпишись. Лайк поставь мне, не скупись. Ну что ж, ребят, я перезашел в игру и сейчас со второй попытки попробую заново ее пройти. Вы видите, что обе немножко поменялось. Изменилась карта в начале, по крайней мере. И сейчас она вот так вот интересно выглядеть стала. Хм, прикольно. Получается, тут не одна и та же карта, она может меняться. Видимо, могут меняться и задания, и это очень прикольно. Так, ну что, у меня новые 10 минут, и я надеюсь, что со второй попытки я все-таки смогу пройти эту ужасную башню, адскую башню, либо же просто паркур в ките. Можно было пойти налево, но я решил вот здесь пойти. Мне кажется, здесь более безопасный путь. Поэтому я сейчас его аккуратненько прохожу. Ой, чуть не свалился. Так. Что-то похожее на подарочки. Пропрыгиваю их. И устремляюсь дальше. Отлично. Минута прошла, но я уже довольно-таки далеко залез. Так, здесь какая-то комнатка. О, смотрите, ребят, нужно открыть. Нужен лом. И есть как раз у Артема. Я так понимаю, что, наверное, эти ломики, какие-то другие предметы вам дают за то, что вы проходили предыдущие этапы. Но, может, я не прав. Может, их просто нужно найти на карте. Так, аккуратненько. Прыжочек. А, вот это мы уже знаем. Налево-направо. Но я решил на этот раз направо пойти. Все-таки узкие досточки меня смущают. В прошлый раз я их прошел, но кто знает, что будет дальше. Терпеть не могу, ребят, когда мне кто-то мешает, поэтому Артема я сейчас пропущу вперед. Пускай топает. Я немножко сбиваюсь, начинаю смотреть на игрока и в результате обычно падаю. Поэтому я предпочитаю, чтобы мне никто не мешал, чтобы я видел только своего мышонка. Кстати, ребята, скоро будет новая секретная концовка, я обязательно вам ее покажу. И думаю, что как раз уже в следующем видео она уже будет вам доступна. Так что, ребята, если вы любите эту игру, не забудьте посмотреть следующее видео на канале Red Cat. Ну и еще одну видосик я вам планирую показать прикольный, но он касается Пиги. Такой мини-анонс, что вас ждет в следующих сериях. Фух. Я уже думал, что сейчас упаду в самый, что ни есть, низ. Так, очень надо аккуратненько. Так, прыгаю, прохожу. Да-да-да-да, оп, есть. Так, погнали, оп, есть. Хорошо, мышонок хорош. Есть, и последний, давай. Ай-ай-ай. Меня опять скинули, но я все же выжил. Это не может не радовать.
Так, ладно. Попытка номер три. Так. Оп, нет! Фух. Попытка номер четыре. Ребята, мне пока везет, я падаю недалеко. Так, что-то не так я делал, мне кажется. Может, сейчас и... Опа! Нет! На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Так, я не понимаю. Я ж вроде все хорошо делаю. Это ж, по идее, какое-то легкое-легкое задание. Почему оно мне не уходит? Так. Опа! Есть. Вот так сейчас. Опа! Просто упираемся и прыгаем. Все, идеально. Короче, ребят, я разобрался. Я не так его выполнял. Окей. 6 минут прошло, 4. У меня еще 6 минут, 14, 13. О, смотрите, тут досточку можно поставить, тогда ваш путь намного уменьшится. Но это, опять же таки, я так понимаю, нужно искать в каком-то другом месте, в каких-то комнатках. Либо же, возможно, кто-то может пройти по сложному пути и найти эту досточку для всех. Так, вот здесь я немножко запутался, и я очень переживаю, что могу упасть. Поэтому близко к краю я стараюсь не подходить и как-то туда запрыгнуть. А, фух, зацепился немного ухом, но прошел. Так, что у нас здесь? Ага. Так, или вот так. Ну, давайте попробуем прыгнуть. Я думаю, на батуте оно как-то будет в любом случае быстрее. Так, только надо аккуратненько на нем прыгнуть, чтобы не упасть. Эй! Есть. Фух. Так, и еще один батут. Идеально. Давайте два батута, прям три, и все, и до самого верха. Это было бы просто аккуратненько. Сейчас главное максимально сконцентрироваться и нигде не упасть. Так, есть. Что у нас здесь? Здесь у нас вроде несложно все выглядит. 5 минут 02, 01, все отлично. 5 минут ровно осталось. И я уже где-то очень даже высоко. А, вон уже и домик, смотрите, ребят. Немножко, буквально ступенек мне осталось. И сейчас самые ответственные прыжки в этой игре. Фух, слава богу. Так, все пока хорошо. Я очень боюсь, я очень переживаю. Дай бог не упасть. Не упасть хочу. Так, чуть-чуть, еще немножко. Есть, есть. Так, ну. Так, и прыжок. Есть, еще прыжок. Супер. Все, ребята, кажется, я прошел вот уже домик, и теперь я могу туда зайти. Нет, на самом деле обе довольно-таки простое, но нужно быть предельно аккуратным и сконцентрированным. Потому что как только я думаю, что «А, изи, сейчас я его быстренько пройду», то я все время падаю. Окей, ребята, буду заканчивать это обе. Ставим лайк под этим видосиком. 420 монеток я забрал, и теперь могу получить свой бейдж. Круто! Спасибо, ребята, что смотрели. Надеюсь, вам понравилась игра. Не забудьте подписаться на канал Red Cat и канал Red Cat Robots. Всем пока!